Ya selamun aleyküm. Top tarafla tuyuluk mu? Tak, uz hafta motor aksesuarlık cemiyatının cevaplar. Monopoliye karşı kuraş komitası gelin ispatan. Mahsus komisyonun kararına hakkı yemezdi topuş doğrusu gelin. Şikayet arızası mazmuna görüşü devam ettirildi. Uz hafta motor aksesuarlık cemiyatı vakili. İltimos normalar arası koşunca hücretleriniz mavcut mu? Markamat. Özünüzü tanıştırıp. Cuman Bey. Cuman Bey. Руслан Берсеев, Руслан Дианна, да, у нас было предложение, хотели внести предложение по порядку рассмотрения сегодняшнего судебного заседания. Почему? Потому что на прошлом судебном заседании было удовлетворено наше ходатайство об истребовании документов, послуживших основанием к справке антимонопольного комитета от 12 марта. Да. Насколько мы знаем, это на прошлом заседании оно было удовлетворено, и представителями ответчика представлены документы. Представлены, да. Да, в связи с чем мы просили бы, чтобы они дали пояснение на вопросы, возникшие на прошлом заседании, которые были продемонстрированы. Если они дадут пояснение, после этого зададим вопросы, и потом выслушать наши возражения, пояснения по представленным ими документам. Понятно. Есть свой порядок. Вы ходатайствуете, значит, по поводу предоставленных документов со стороны ответчика, да, правильно? Да. Так. Вы ознакомлены с этим данным документом? Да. Потому да. что судом было предоставлено возможности для ознакомления данным документом, предоставленные со стороны ответчика. Стороны имеют открытое судебное заседание, стороны имеют ознакомиться со всеми документами, которые предоставлены сторонам. Так, пожалуйста, у вас что, вопросы имеются сейчас в настоящее время? Нам, знаете, хотели бы послушать их пояснения по поводу тех позиций, которые... А именно которые... какие пояснения, например? Они предоставили документы? Да, ну... Они, по нашему мнению, можно тогда я выскажусь, если... Пожалуйста, потому что вы ходатайствовали, со стороны ответчика было предоставлено все документы. Да. По вашему ходатайству. Уважаемый председательствующий, хочу отметить то, что предоставленные документы, они не полностью отражают ту картину и опять-таки никак не опровергают те доводы, которые были изложены нами на прошлом судебном заседании и продемонстрированы. Именно. В частности, не представлено никаких доказательств о том, что у нас нет, что со стороны УзАвтоМоторс не создано рабочих мест. Угу. Данных документов мы не нашли. Кроме того, в обосновании ценообразования им представлены скриншоты от сайтов. Хочу обратить ваше внимание, вот в данном случае представлен, опять-таки, из материалов, которые мы ознакомились и сняли копии, имеется скриншот цен на автомобиль Raon от официального дилера. Так. От официального дилера это Raon.ru, это наш официальный дилер. Хочу обратить внимание, вот здесь цены указаны на Raon R2, это Spark, от 646, это начинается, если по курсу тому перевести на тот, на январь, угу. Насколько я понял, это январская дата стоит, скриншота, угу. 10 419 долларов США. Угу. Автомобиль Nexia R3, 670 тысяч рублей, что в эквиваленте примерно 10 800 долларов США. Угу. Raon R4, 678 тысяч рублей, это эквивалентно 10 900 долларов США. То есть никак нигде не видно о том, что цена автомобилей в Российской Федерации ниже, чем на внутреннем рынке. Далее хотел бы отметить то, что вот, к примеру, другой сайт, другой скриншот, представленный ответчиком, Автогермес. Угу. Здесь указывается о том, что данное предприятие, дилер является официальным дилером Raon. И его цены, хочу обратить ваше внимание, опять-таки аналогичны прайс-листу, ценнику, указанному на первом слайде, на первом этом. Угу. Она абсолютно идентичные цены. То есть теперь, вы хотите сказать, что эти цены... Хочу сказать то, что сам антимонопольный предкомитет представляет эти материалы, так. В то время как цены, они эти материалы подтверждают наши доводы, а не их доводы. То есть то, что там цены не ниже, а они обосновывают наши мнения. Хочу обратить внимание на другой вот скриншот, который представлен здесь вот, я не знаю, автосалон центральный. Здесь начинается, что Nexia R3 от 383 400 рублей, R4
395. Но опять-таки рядом здесь пометка имеется в кредит. Угу. Это обозначает, насколько мы понимаем, что первоначальный взнос составляет 343, а остальные условия и дальше идут кредитование. Аналогичный имеется и на других скриншотах, представленными со стороны ответчика. Самое интересное еще, я никак не понял вот этот вот скриншот Кардана. Кардана, название вот такого черного вида слайд, скриншот, то есть. Здесь указывается о том, что Равон объявил цену хэтчбека R2, автомобиль с автоматом будет предлагаться по рекордно низкой цене 389, похоже, здесь плохо видно, что по текущему курсу меньше $5000 США. Так. Им представлено. Но хочу обратить внимание это на дату этого, дату данной публикации, она датирована 2016 годом. То есть вы хотите сказать, что цены изменились? Цены, во-первых, мы не знаем, я на данный момент не могу ответить, кто такой Кардана, почему. А эти данные с чьей стороны было предоставлено? Это со стороны антимонопольного комитета. Нет, а им-то кем было предоставлено? Ну, в России кем? Не с вашей стороны? Нет. Ну, факт, что это цена 16-го года. Сделали. Потому что в справке здесь указано, что все основания составления данной справки предоставлены со стороны Ультрафасонова. Не знаю, не могу сказать. У меня я к этому вопросу тоже обращу внимание. Кроме того, хочу обратить внимание на другой скриншот, другой материал, представленный со стороны антимонопольного комитета, где элементарно вот сравним, если Vesta Cross, его цена 733 000 рублей, от 733 000 рублей, в то время как Равон на российском рынке стоит 10 900 долларов США, от его цена начинается. То есть сами российские автомобили на российском рынке почему-то, как мы поняли, они стоят дороже, чем наши автомобили там. Понятно, ваши доводы. Дальше, следующее, о чем хотел бы отметить, касательно их доводов о том, что со стороны антимонопольного комитета были приняты меры по устранению нарушений прав потребителей в части противотуманных фар. Они сами, опять-таки же, представили на основании нашего ходатайства, представили в суд материалы о том, следующие материалы, здесь вот представлено решение антимонопольного комитета от 3 мая 2019 года, где они признают это нарушением антимонопольного законодательства и обязуют УзАвто Моторс устранить данные нарушения. Опять-таки хочу обратить ваше внимание, вот там же в материалах дела им представлена справка антимонопольного комитета УзАвто Моторс, в то время GM Узбекистан, от 8 апреля 2019 года. Угу. К нему прилагается вот этот справочный материал, где говорится о том, что на автомобиле Nexair 3 в количестве 6 500 единиц был вот этот вот данный факт, имел место. И оно устранено. Хочу обратить ваше внимание, что на эту дату, по состоянию на 31 марта 2019 года, из 6 500 автомобилей, этот дефект устранен у 6037 автомобилей. То есть более чем на 90% этот вопрос решен. Так, я знакомился с данным материалом, да. Там сказано, что 63 осталось всего лишь, не устранен. Да. В то время этот суд дает свою, да. Естественно... Еще я хочу обратить внимание, что... Антимонопольный комитет говорит, что это было по их инициативе, поэтому, но на момент издания решения 3 мая, угу. То есть хочу отметить и для прессы, и для суда, что это уже было известно и устранено более чем на 90%, поэтому почему эти заслуги антимонопольный комитет это присваивается как заслугу своей деятельности, нам это непонятно. Дальше, следующее, что хотел бы отметить. Антимонопольный комитет о конкурентоспособности крупных производственных предприятий АУЗов КСАНОА. Угу. Вот. Этих таблиц нету, но за этим сопроводительным письмом стоят много разных документов разного содержания. То есть, по нашему мнению, антимонопольный комитет или их представители пытались как-то ввести в заблуждение, почему этих документов в деле нету, хотя за ним следует... Именно к нему были приложены эти сведения. А вы можете предоставить? Обязательно, данные, мы да, сейчас да, представим, да. Еще здесь хочу обратить внимание, что действительно со стороны АО УзАвто Санат предоставляли сведения о ценах на экспортных рынках. Угу. Вот, оно выделено здесь. Это опять-таки, если письмо от декабря 2019 года, здесь пишется, что R4 цена от 10 000 до 11 000 долларов США на российском рынке.
на рынке Казахстана от 10 до 12 тысяч долларов. Аналогично по Nexi и по Спарку. Ценовая информация официально автопромом предоставлялась. Угу. Можете представить? Пока вот эти вот пояснения, которые вы хотели представить. Так, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakili, marhamat, izoh bera olasizmi mazkur holatlarga? Umatovda. Marhamat. Ruxsat bersangiz, o'tgan safar hukumatimiz jamiyat vakillarining talabiga asosan topshiriq sizga kiritilgan ma'lumotnoma bo'yicha asoslantiruvchi hujjatlarni berish taqdim qilingan edi. Mana shu shaklda hujjatlar taqdim qilindi. Demak, buni birinchi nusxasi sudga berilgan, bu ikkinchi nusxasi. Bu yerda biz har bir keltirilgan ma'lumotni asoslab, ularni raqamlab va ularga tegishli bo'lgan hujjatlarni raqamlab taqdim etdik. Hozir jamiyat vakilining savoli tushunishim bo'yicha mana shu hujjatlarni mazmuni bo'yicha. Demak, o'tgan safar majlisda ma'lumotnomani umumiy ma'noda aytadigan bo'lsak, ma'lumotnomada masalalar juda ko'p edi. O'tgan majlisda jamiyat vakili tomonidan 4 ta masala bo'yicha e'tiroz bildirilgan edi. Buni birinchisi mahsulot tannarxining faqat 2%ga pasaytirilishi erishilganligi. Demak, bu masala hatto ko'rsatilgan, demak, raqobat bardoshlikni o'rganish doirasida 2% deyilgan. Raqobat bardoshlik o'rganilgan muddatda bu ko'rsatkich korxona tomonidan shu berilgan ma'lumot asosida, demak, bu uzavto sanoat aksiyadorlik jamiyatini 2019-yil 13-dekabrdagi 13/04-25/28/14 sonli xati bilan berilgan ma'lumotlar edi. O'tdi bu son 2.4% chiqadi. Agar buni butun holda beradigan bo'lsak, bu narsa 2% sifatida ko'rsatilgan edi. Hurmatli umat, menga bitta narsa qiziq. Bular e'tiroz bildirayotgan holat, demak, ma'lumotnomada asos qilib keltirilgan hujjatlarni bizga taqdim etgan hujjatlar emas, balkim bizga taqdim etgan hujjatlar tomonidan, jamiyat tomonidan taqdim etilgan hujjatlar nazarda tutilmagan. Keyin mana bu narxi bo'yicha avtomashinalarni bu ma'lumotlar 2016-yildagi ma'lumotlar deyilyapti. Shunga qanday izoh berasiz? Ruxsat bersangiz, men hozir bir chekkadan tushuntirib ketaman, hamma savolga javob chiqadi. Endi demak, buni aytayotganimki, mana hozir aytib o'tgan xatimni 2019-yil 13-dekabrdagi xatda ma'lumotlar to'liq berilmagan edi deb. Endi bu narsa ayrim holatlarda uchrab turadi, berilgan topshiriq muddatini qisqaligini inobatga olib, biz ularga rasman xat yuborganmiz, ular rasman bergan, ma'lumotlar to'liq berilmagan bo'lgan. Demak, ma'lumotlarning qolgan qismi ishchi tartibda olingan. Shu ishga mas'ul bo'lgan xodim bu faylni tashib bergan. Demak, bu bo'yicha screenshot bor. Bu screenshot ham berilgan. Demak, yozishma bo'lib, korxona vakili bu narsani shuncha tarmoq orqali bergan edi. O'sha berilgan jadvallarda kelib chiqqanmiz. Ana o'sha jadvalda yana bir masala ko'tarilgan edi. Birorta ham yangi ish o'rni yaratilmaganligi. So'nggi 3 yil davomida 167 ta texnologiyadan, demak, 2 butun yangilanish. Demak, mavjud texnologiyalarning yangilanish darajasi. Ular bergan ma'lumotda o'sha 8 mingdan ortiq uskunadan faqatgina 167 tasi yangilanganligi o'zlarini o'sha jadvallarida aks etgan edi. Demak, yana bir bor qaytaramiz, mahsulot tannarxining 2%ga pasaytirilishi masalasi, texnologiyalarning 2.1%ga yangilanganligi va birorta ham ish o'rinlari yaratilmaganligi o'z avto sanoat vakilini bergan xatida va ushbu bu ishga mas'ul bo'lgan xodimni ishchi tartibda to'ldirilgan jadvallarni tashib bergani va buni shu Telegram orqali berilgan screenshotda o'z ifodasini topgan. Demak, ana shu masalalarga oid asosida ma'lumotnoma tayyorlangan edi. Demak, yana endi narx masalasiga keladigan bo'lsak, endi ma'lumotnomada boshqa bir qator masalalar bor. U masalalar ko'tarilmaganligi uchun hozir u masalalarga to'xtab o'tmoqchi emasman. Demak, ni so'zdan rabochiy mesta dedilar. Birinchisi, bizga ma'lumotni berganda bermagansiz. Mayli, agar e'tirozingiz bo'lsa, eting. Hozirgi kunda nechta ish o'rningiz bor va ushbu muddatni qancha yaratdingiz?
solishtiraylik misol uchun. Agar bo'lsa, agar bu narsa juda ham muhim bo'ladigan bo'lsa, ishni mazmunini ko'rish uchun xos savollarni bizdan berdik-ku, yo'q-yo'q, bir atoni javob beramiz. Agar bu narsa ishni ko'rib chiqish juda muhim bo'ladigan bo'lsa, marhamat aytinglar. Bu korporativ ma'lumot, buna ma'lumotni saytingizda ham qo'ysa bo'ladi. Demak, qancha ish o'rningiz bor, shu oxirgi 2 yilda qancha ish o'rni yaratdingiz? Shu bo'yicha ma'lumotni bering. Umar, agar noto'g'ri bo'lsa, ikkinchisi, ruxsat bersin. Keyingi vaqtda. Xo'p, ikkinchisi, demak, narxlarni skrinshotda bo'lish masalasi, demak, narx masalasi, undan oldin men tushuntirib o'tmoqchi edim, demak, 6,5 mingta fara masalasini, narx masalasi ham kengroq masala, oxirida to'xtamoqchiman. Demak, 6,5 mingta farani bu bizga kelib tushgan murojaatlar asosida qo'mita o'zi aniqlangan holat edi. Bu bo'yicha biz ajrim chiqarganmiz. Ishni ko'rib chiqishni bir necha bor jamiyat vakillari o'zi kechiktirishni so'ragan va biz ajrim chiqargan kundan boshlab bular qayta hisob-kitob qilishni boshlagan. Shuning uchun bu 100% yana ta'kidlab aytaman. Monopoliya qarshi kurash qo'mitasi ko'targan masala va bu ishni boshidan oxirigacha bizga turib iste'molchilarga ushbu faralar qayta hisob-kitob qildirib berganmiz. Agar jamiyat vakillari shunchalik o'zlarini bu narsa tashabbusi bilan bo'lganida, nima uchun ular bu narsani oldin boshlamagan edi? Nima uchun ular shartnoma asosida pulni olgan edi? Nima uchun dillerlik salonlarida shartnomada ushbu faralarni pulni chiqarib tashlash to'g'risida topshiriq bermagan edi va bu shartnomalarni indamasdan qabul qilgan. Vaholanki zavod qaysi modelga, qaysi narxga berayotgan mahsulotini, qaysi komplektatsiyaligini aniq biladi. Ularda qo'yilgan navbat har birtasi model bo'yicha raqamlangan holda bo'ladi. Bu narsani o'z bular aytayotgandagi bularning xizmati bo'lganida o'zligi ko'rsatish mumkin edi. Shuning uchun bu jihatdan ularning e'tirozlari umuman asossiz deb o'ylayman. Va keyingi masala narx masalasiga qaytadigan bo'lsak, hurmatli sizga bizni xatimizda narxlar 20%dan 40%gacha kamligi ko'rsatilgan edi. Demak, xuddi o'sha saytlarni biz kuni kecha yana boshqatdan qaytarib tekshirib chiqdik. To'g'ri bular aytganlarida screenshot qilingan holatda o'tdi beradigan bo'lsak, o'tdi saytda onlayn kalkulyator ko'rinishida bergan, qo'yilgan screenlarda o'sha kalkulyatorda hisoblaydigan varianti bo'lgan edi. Demak, o'sha yerda agar kreditga galochkani qo'ysangiz, summani boshqacha kamaytiradi, kreditdan galochkani olib tashlasangiz, boshqacha kamaytiradi. Bu demak, kalkulyator. Bizga berilgan skrinimizda to'g'ri o'sha kreditli varianti to'g'risida ko'rsatilgan. Lekin bu narsa ham vaziyatni o'zgartirmaydi. Muhtaram sudya, mana kechagi ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, demak, bular saytida o'zi berayotgan narxi, Ravonni Rossiyadagi saytida beradigan ma'lumotida berilgan narxlar bor. Ular bizni ichki narxlarga deyarli bir xil. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Boshqa dealerlar ham o'z saytida beryapti, lekin ular chegirmalar beryapti. Demak, teng shartni olganingizda hech qanaqa kredit demasdan, trading boshqa opsiyalarni qo'llamaganingiz holda ofitsialni ularni ofitsial rasmiy saytida berilgan narxlardan 10% chegirma berishni to'g'risida e'lon qilyapti. Bu hech qanaqa kredit va trading shartlarisiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Bu narsani aniqlashtirish uchun biz iltimos qilib joyida ham o'rganildik. Joyida dillerlarga chiqilganda birinchidan bular 10% dan tashqari yana qo'shimcha shu kecha kunduzda 30 ming rublgacha chegirma berilayotganligi. Demak, ofitsial rasmiy saytida 10% e'lon qilyotgan bo'lsa, bundan tashqari yana qo'shimcha ravishda chegirma berilayotganligi to'g'risida bizga bildirishdi. Shuning uchun agar bu masala bo'yicha shuni yana bir jihati, demak, monopoliya qarshi kurash qo'mitasi o'rganib, narxlarni asossiz deb e'tirof etgani 10% dan biroz ortiqroq summa edi. Eng qizig'i jihati, demak, berayotgan dealerlar ham berayotgan chegirmasi asosan 10% tashkil qilyapti. Mana bu yana bir yo'nalish. Shuning uchun agar bular narxlarni muvofiqligi bo'yicha hali ham e'tirozligi qoladigan bo'lsa, biz ulardan iltimos qilgan bo'lar edik. Bular o'zlarini barcha gorizontal va vertikal kelishuvlarni bizga berishsin. Ana o'shandagina biz ochiq-oydin gaplasha olamiz. Chunki ularda qanaqa kashbek tizimi bormi, berilgan qanaqadir bir bonus tizimlari bormi, u narsadan hozir bizni xabarimiz yo'q va u narsani ko'rmasdan turib muhokama qilishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bizning iltimosnomamizni bular ma'lumotlarni bizga to'liq berishsin. Demak, o'sha dealerlar bilan, rasmiy dealer bilan, rasmiy dealerni boshqasi bilan, demak, barcha mashinani chet elda sotish bilan bog'liq ma'lumot, shartnoma, kelishuvlarni berishsagina bu narsani davom ettirishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir iltimosim, o'shaning uchun anaqa qilardim, o'tgan safar biroz vakillari hayajonga berilishdi. Hayajonga berilmasdan bizni ma'lumotlarni yolg'on soxtaga, bizni asosimizni ko'rmasdan chiqarishdi.
munozarani tomonlarni o'zaro hurmat asosida tashkil qilishga chaqirib qolmoqchi edim. Rahmat. Bitta savol bor, Umid. Shu bildirgan fikrlaringiz yuzasidan mana o'rganishda ma'lumotnoma tuzishda sizlar demak chet eldagi o'sha dealerlardagi tan narxi, avtotransport vositalarining tan narxini solishtirib o'rgangansizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Aytingchi, o'sha o'rganishda bu ma'lumotnoma 2019-yil dekabrda adashmasam kiritilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Dekabr martda ekan, 12-martda kiritilgan. O'rganish uchun. Asos bo'lgan shu ma'lumotnoma, to'g'rimi? Tekshirishda. O'rganish. Nima sababdan aytinglarchi, o'sha dealerlardagi narxlarni 2015-yil, 16-yildagi narxlar olingan. Mana qo'limda turibdi-da, bu yerda bekta degan narsa yo'q. Mana o'qib beraman, masalan. Rabon объявил цены на новый хэтчбек. 2016-yil 2-fevral ekan. Rabon R2 2015-yil 11-fevraldagi. Bunu ham 2015-yil 4-martdagi chiqargan, ya'ni o'sha xalq uchun sotishga chiqarilgan narxi, e'lon qilingan narxidan solishtirgansizlar. Nima sabab bo'lgan bunga? Hurmatli shuhrat, ruxsat bersangiz, biz 2015-2016-yildagi narxlar bilan solishtirmaganmiz. Nima ilova qilgan? Ilova qilingan ma'lumotnomada bor. Biz o'rganish jarayonida barcha saytlarni screenshot qilganmiz. Va o'shaning ichida aktual ma'lumotni olganmiz. To'liq hujjatlar so'ralgani uchun biz screenshotlarni barchasini berganmiz, lekin bu degani 2015-yildagi narx solishtiruvchi asos bo'ldi degani emas. Yana aytib o'tganimdagi, ha, bugun mana borib, kechagi holatda ham, hozir kechagi holatda qanaqa bo'lganini biz saytlardan olib tekshirib chiqdik va joyida o'sha bog'lanib, ularni aniqlashtirdik. Javob tushunadi, o'tirishib. Так, boshqa taraflarda qo'shimcha iltimoslar yo'q, taqdim etadigan hujjatingiz bormi? Ha, kechagi narx ma'lumotnomasi bor. Nima to'g'risida? Marhamat. Bu oxirgi solishtirilgan nimalar? Kecha solishtirilgan. Kechagi kun holatiga solishtirilgan ma'lumot. Marhamat. Iltimosni o'tkazgandik, o'sha 7-avgust kuni xodimlarni o'sha tashrifga, tadbirga kiritilganligi haqidagi ularga to'g'ri, buni muhokama qilamiz degan qoldirgan edik muhokama. Yo'q, taqdim qilish majburiyatini yuklagandingiz. To'g'ri. O'shani taqdim qilsa. Ya'ni tadbirga 7-avgust, 19-avgustda tadbirda ishtirok etgan xodimlar. O'tirishingiz mumkin. Uzoqdan muddat. Sizlarning asosiy vajlaringiz ishtirok etmadik sababi mana shunaqa tadbirda ishtirok etganligim sababli maxsus komissiya yig'ilishida bo'lmay ishtirok etish imkoniyati bo'lmagan degan vaj keltirilgan edi. Marhamat, asoslovchi hujjatlaringiz bormi shu holatda? Iltimosnoma yuzasidan. Madrasiga turchi o'sha iltimosnoma kiritilganda biz iltimosnomani rad etish bo'yicha o'zimiz fikrimizni bildirganmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, men o'sha ijtimoiy tarmoqlarga ham murojaat qilishingiz mumkin. O'sha sanaga qaytib deb aytib o'tganman. Sababi o'sha maxsus tashrif 20-avgust kuni bo'lgan. Biz o'sha iltimosnomada ham ko'rsatganmiz, shu bilan bog'liq tadbirlarga deganmiz. Sababi u yerda o'tkazilayotgan maxsus tashrifda masalan bizning mutaxassislar ishtirok etmasligi hammaga ham, lekin ungacha bo'lgan tashkiliy tadbirlarga jalb qilingan deb ko'rsatib o'tganmiz. Bu birinchidan, ikkinchidan tadbir Toshkent shahrining o'zida qo'shni rayonda bo'lgan. Bu ortiqcha o'sha nima desam bo'ladi, buyruq chiqarib jalb qilishga zarurat bo'lmagan ishchi tartibda bu narsa hal qilingan. Demak, tushunishimcha taqdim etadigan uni asosiy hujjatnoma mavjud emas. Sababi nima buyruq asosida? Uni muhokama jarayonida demak baho beradi. Keyin yuqoridagi masala bo'yicha hali bizni savollarimiz bor edi, tugatmasdan boshqani qo'yib ketdingizlar. Ruxsat bersangiz biz hozir holat yuzasidanmi? Yo'q, hozir javobgarlik izohi bo'yicha savollarimiz bor. Bitta hujjatlar bo'lmoq. Marhamat. Жумандаев, можно спросить уважаемых наших представителей, еще раз могу я повторяться, на для уточнения и прояснения конкретной ситуации. На каких источниках основано ваше утверждение о том, что в Российской Федерации автомобили Равон реализуются по скидочным ценам в размере до 20-50%? Да? Сабрин Шталов, что ли? Джабирин, амасын беру. Я беру, секи, титуран. Siz ko'chaga ruxsat bersangiz, davlat manaqami. O'sha hozir bu javob berib o'tdilar. Biz o'sha paytda o'sha internet saytlariga orqali tayanganmiz, o'sha internet saytlardan ma'lumot olganmiz. O'sha paytda o'zimizni o'sha Rossiyadagi o'sha tanishlarimiz, masalan, ma'lum bo'lgan shaxslarni yuborganmiz salonlarga.
salonlarga borib, o'sha salonlar bilan gaplashib, o'sha narxlarni olgan jarayonga kelib chiqdik hamiz. Xuddi shunday sizga ma'lumot taqdim etdik. Kecha ham masalan bitta tanishimizni o'sha aniq insonni yubordik salonga, o'sha Mass Motors degan dilerga yubordik. Shunda ham xuddi shunaqa mana ko'rib turibsiz, ofitsialni anaqalarini berganmiz, skrinshotlarini ham. Ul xodimni borib joyiga gaplashganligi to'g'risida ma'lumotlar ham bor bizda, skrinshot qilingan. Shuni o'zida ko'rib turibdiki, kechagi kunning o'zida Gentra masalan 45% farq qilyapti bizdan narx bilan. Xuddi shunday masalan Ravon Cobalt'ning o'zi 12% 5%, Nexia 10% ga. Gentra qolgan bitta faqat sifat bizni narx bo'yicha qimmat turibdi. Qolgan hamma mashinalar ularni o'sha ofitsial dilerlarida ham masalan ofitsial dilerlar saytida ham ko'rish mumkinki, o'sha Cobalt'ning narxi masalan 354 dollarga bizdan arzon. Joyiga borib ko'rganmiz. Saytlardan ma'lumotlar olganmiz. Agar ishonishmasa, o'zlari masalan biz sizga ofitsial narxlarni berdik, ma'lumotlarni xohlasalar bo'lishi. Ma'lumotda shu egalar. Tashkiliy egalar ham borib ko'rib o'zlari ma'lumot kiritsinlar. Можно следующий вопрос задать из этого? Я сейчас, мне непонятна логика представителя-ответчика, когда один из них говорит о том, что мы брали данные в автопроме и в GM, а другой говорит, что из данных, изложенных на сайтах дилеров и всего остального. Поэтому я еще раз продублирую вопрос. Можете ли сказать, запрашивались ли у Автомоторс и у Автосанат сведения, изложенные в справке, и на каких материалах основана данная справка по ценам на указанные автомобили в Российской Федерации со скидками? Agar ruxsat bersangiz, biz o'sha taqdim etganmiz hujjatlarni. Bu ma'lumotlarni bitta avtomotorsini bergan taqdim etgan hujjatlarga asoslanmagan. U yerda bojxona qo'mitasiniki ham, soliq qo'mitasiniki ham, statistikanikini ham saytlardan olingan. Bu kishi aytayotgan narxlar bo'yicha ma'lumotlar internet saytlardan o'zimizning istoqchiklarimizdan olingan. Javob tushunarli. Следующий вопрос можно? О чём вопрос? Ну тоже поэтому. Предпринимались ли со стороны антимонопольного комитета какие-либо меры, чтобы проверить достоверность и обоснованность полученных ими сведений о цене автомобилей в Российской Федерации? Если да, то конкретно. Опять-таки хочу обратить внимание присутствующих, то, что в сети интернет бывает подчас противоречивая информация. А они, как официальный государственный орган, который вносит сведения в кабинет министров, в администрацию президента, они обязаны были в соответствии с положением проверить эти сведения. Поэтому в этой части проверялись ли каким-либо образом сведения, полученные в сети интернет? Айтмозер, Джойга Борг, Чика Куршка, Зям Анкорларус, Фасплана, Федеральная антимонопольная служба, нам шла гам, только официально мало бирж, мы гам, лекин Джойга Чика мало мотан анапла, та спа бирж. Суд жалоб на инновацию орлады, мастер саорлы, навата ич лозун топады. Маркалат, Бошка, ищи засдан, яны, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining qarorini haqqi emasli topish to'g'risidagi da'vo yuzasidan savollar bo'lsa, marhamat. Бор, я на соборе. Бор. Также в материалах дела были представлены документы, которые мы изучили. Скажите, какими нормативными и локальными актами регламентируется порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства? O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi qonuni bor. Undan keyin Vazirlar Mahkamasining 225-sonli qarori bilan tasdiqlangan shu raqobat to'g'risidagi qonun buzilish holatlarini ko'rib chiqish bo'yicha nizom bor. Mana shu asosda ko'rib chiqiladi. Следующий вопрос. Ko'rib chiqish tartibi bu. Ознакомы ли вы с приказом председателя антимонопольного комитета номер 13П от 4 марта 2019 года? Сейчас на память не помню. Ну, я вам подскажу, там утверждены три комиссии, специальные комиссии, по рассмотрению. Да. Знакомы? Да. Скажите, в чем различие функций трех комиссий, предусмотренных указанным приказом? В названии указано, какие вопросы они будут рассматривать. То есть, исходя из названия. Тогда следующий вопрос, прошу обратить внимание всех присутствующих, уважаемых председателей. С учетом того, что продукция автомобилестроения не входит в сферу тарифного регулирования, как они сами подтверждали это на прошлых заседаниях, что автомобилестроение не является субъектом естественных монополий. Как вы объясните то, что данный акт проверки со стороны антимонопольного комитета рассматривался не в комиссии по рассмотрению правонарушений в сфере злоупотреблений доминирующим положением в сговоре и картельных соглашениях, а также деятельность товарищей Рабилыс, потому что утверждено положением номер 2 к этому указу, приказу от 13-го.
о комиссии по нарушению в сфере тарифного регулирования и деятельности естественных монополий, определенных в приложении номер 3 к указанному приказу. То есть, к примеру, получается так, что административный протокол о нарушении правил дорожного движения составляется и рассматривается не инспектором по безопасности дорожного движения, а участковым инспектором профилактики. Как вы объясните данные обстоятельства? Давайте уточним вопрос. Вы хотите сказать этим вопросом, что не тем комиссиям было рассмотрено данное дело? Да. Понятно. Присядьте. Саур, я махнул. Буйруны вызда язылген. Комиссияны көріп шықадыген масала. Агар бошқа комиссияны көріп шықадыген масала сен болу болса, уже бірінші комиссия томаны көріп шықылады. Анықлайын комиссия томаны көріп шықылады. Болуген. Qo'mitada 3 ta komissiya bor, to'g'rimi? Mazkur komissiya. Siz aytmoqchisizki, demak, agarda boshqa o'zining faoliyatiga bog'liq bo'lmagan komissiya tomonidan ko'rish boshlansa, qolgan masalalar ham shu komissiya tomonidan ko'riladi deydi. Bu Vazirlar Mahkamasi 225-chi sonli qarorida ham nazarda tutilgan, adashmasam, nizomda. Yo'q. Yo'q emas, nizom mavjud, yo'limizda ham. Ikkita degan narsamiz yo'q, nizomda ham bor. Demek şu sababdan şu komissiya tomonidan ko'rilgan deya yapsın. Evet. Doğru mu? Tushunarli javobimiz qabul qilindi. Sud ushbu holatga ham baho beradi. Keyingi savol bersam maylimi? Keyingi savol bersam maylimi? Marhamat. Mana mazkur antimonopoliya o'sha 13-chi prismli buyrug'ida aniq ko'rib ko'rsatilgan. Belgilansinki, qonun buzilishi bo'yicha maxsus komissiyalar o'z sohasiga oid ishlarni ko'rib chiqish jarayonida Qo'mitaning boshqa maxsus komissiyasi sohasidagi masalalarni aniqlangan taqdirda ularni ko'rib chiqish vakolati holatini aniqlangan maxsus komissiyada qoladi deyilyapti. Demak, agarda o'sha если данное дело рассматривается комиссией в отношении правонарушений в части деятельности субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, если правонарушение в этой сфере, то если в ходе рассмотрения дела в отношении этого субъекта данной комиссии другого нарушения, которое относится, допустим, к слиянию предприятий, либо к тарифному регулированию, тогда данная комиссия, да. Я вопрос ставлю, исходя из этого. А как вы тогда объясните тот факт, что дело 21.12 от 13 мая решения антимонопольного комитета рассмотрено не той комиссией, которая рассматривала вот это вот по тарифному регулированию, а именно вот этой, которая предусматривает рассмотрение дел по правонарушению в сфере злоупотребления доминирующим положением. Вот кенерги считают. Вот кенерги, народ, да. Вот кенерги, позвольте, нам комиссия Бошленгенда, в комиссии еще на Бошленгенда, и кенч подат Англенген. Уже сабабы, что бренч комиссия домовна Англенген, у нас Бошленген. Нарги комиссия, Бурматы, вакил, хитя саурон бор, сюзда. O'zi mazkur holat, ya'ni Automotors GM tomonidan qonun buzilishiga yo'l qo'yilgan holat bo'yicha maxsus komissiya sizlar tomonidan ish qo'zg'atilgan, to'g'rimi? Shu holatni ko'rib chiqish vakolati qaysi komissiya vakolatiga kiradi o'zi? Shu savolga javob bering. Mana shu hukumat boshchiligi. Ya'ni tartibga solinadigan normalar va tariflar bo'yicha, to'g'rimi? Aytingchi unda, ustun mavqeini suiiste'mol qilish maxsus komissiyasi vakolatiga qaysi toifada ishlarni ko'rish kerak? Endi narx bilan bog'liq bo'lmagan holatdagi nimalarni ko'rib chiqadi. Qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Marhamat. Siz aynan shu boshqarma boshlig'isiz, shu boshqarma boshlig'isiz. O'sha komissiyani nomlari e'tibor bergan bo'lsak, bizani boshqarmalarning nomiga moslashtirilgan. Demak, bu degani masalan, Bekzod Tanzayevich Ummatov, o'sha bizda bitta blok, demak, 4 ta boshqarmani o'sha kuratorlar hisoblanadi, o'rinbosarlar hisoblanadi. Bizani boshqarmamiz shu tartibga solinadigan narxlar va tariflarni nazorat qilish boshqarmasi, tabiiy monopoliya subyektlarini nazorat qilish boshqarmasi, birjalar. Mana shu 3 ta boshqarmani komissiyasi bitta. Boshqarma nima vakolatlarga egaligi, u o'sha boshqarmaning o'zining ish-shanovisi bo'yicha belgilab, reglamenti bo'yicha belgilab berilgan. Demak, bizani boshqarma tartibga solinadigan narx bilan emas, faqatgina o'sha tartibga solinadigan narxlarning to'g'ri qo'llanishi, monopol yuqori va monopol past narx aniqlanishi va ularni qo'llanishni oldini olish kabi funksiyalarni bajaradi. Bu demagani deganiki, o'sha monopol yuqori narxni qo'llanishi yoki uni aniqlanishi ham bizning vakolatimizga kiradi, bizni boshqarmamizga. Bizni boshqarmamizni o'sha rahbarlik qiluvchi rais o'rinbosari Bekzod Tanzayevich Ummatov bo'lganligi uchun komissiya raisi shu tomondan ko'rib chiqdi. Последний вопрос касательно вот этого вот рассмотрения решения.
talab bajarmagan taqdirda bizga nisbatan tasdiqchilar ko'rilish kerak edi. Tasdiqchilar ko'rilmagan. Hamda bizning javobimiz bilan qonun qilib to'xtatilgan ish. Tushunarli. Kiritadi mazkur holatga ham. Qo'shimcha iltimoslar bo'lmasa, demak, sud arizachilar tomonidan dastlabki sud majlisida kiritilgan iltimosnomani muhokamasiga o'tish lozim topadi. Ya'ni iltimosnomada sud majlisini tan narxini shakllantirishga oid qismi yopiq sud tarzida ko'rish to'g'risida kiritilgan edi. Mazkur iltimosnoma dastlabki sud majlisida keyingi muhokamasi keyingi qoldirilgan edi. Marhamat, UZ Avtomotors aksiyadorlik jamiyati vakili. İltimosnomangiz yuzasidan fikriniz. Ushbu iltimosnomani qanoatlantirish so'raymiz. Tak, iltimosnomada demak, sizlar nima vajga asosan keltiryapsizlar, marhamat. Nima sababdan yo'q tarzda ko'rishingiz. Можно пояснить по данному. Дело в том, что любая конфиденциальная коммерческая информация, ну, носящая конфиденциальный характер, она охраняется законом о коммерческой тайне. Все сведения, которые составляют наши расчеты, аналитические анализы рынков, порядок ценообразования, они также составляют коммерческую тайну и носят конфиденциальный характер. В связи с чем у нас имеются ответы на абсолютно все вопросы, подготовлены нами справочные, аналитические, демонстрационные материалы. Но в связи с тем, что, допустим, при освещении этого рассмотрения, обсуждении этих вопросов в открытом, наши конкуренты, наши оппоненты могут воспользоваться этими данными, в связи с чем они утратят уже силу и нанесут существенный экономический ущерб интересам УЗ «Автомоторс». Поэтому мы просим рассмотреть именно материалы, касающиеся коммерческую тайну в закрытом заседании. Понятно, спасибо. Так, монополия қарсы күрес комитеті вакілі, махамат илтимоснома юзасидан фикрис. Енді біз кеше мәкеткендік, оша тақдим қилинган мақұл ҳужжатлардан таныш шахда илтимоснома кіргендік. Avvalgina muhokama qilinadi, sud yopiq tarzda ko'rish, ko'rmaslik masalasi hal qilingandan keyingina tanıştırış mümkün. Eğer de açıkta birse onun arasında korkamaya kırılmıyor. Şu çünkü bu. Merhamet. Yeah. Onu mahfi hüccetle tanışış demek tartıbı var o yüzden. Aynen mahfi hüccetli muhakeması yapı kuruluşu karşılığımız yok. Aha. Lekin işinin tolık yapı kuruluşu karşılığımız. İş tolık açık görülüyordu hazırca. Ha. Konum talabı bu için sudning qarori ham oshkora e'lon qilinadi. Buni hamma biladi yuristlar. Shu savol. Faqatgina iltimosnoma kiritilyapti. O'sha maxfiy hujjatni muhokamasi qismini yopiq tarzda ko'rishdi. Maxfiy hujjatni maxfiyligiga ishonch hosil qilish uchun, u bilan tanishish uchun biz iltimosnoma kiritganmiz. Shu rostdan-ham maxfiymi, maxfiy emasmi? O'shani ko'rganimizdan keyin ishga aloqasi bormi, yo'qmi? O'sha bo'yicha fikrimizni aytamiz. Demek tanafsa ilan kuruş söyleyebilsin tanış için? Tanış için düşündü. İltimos olma yüzasından fikiriz. Arizacı vakiller. Мы считаем нецелесообразным, если имеются закрытые документы, они даже их обсуждать нет смысла, поэтому считаем необоснованным возражением. Mana yuqori zamon hamkasim aytib o'tdi, nafaqat o'sha maxfiy hujjatga biz tana. Biz u yerda o'sha boshqa xizmat davomida foydalanish uchun foydalanadigan hujjatlarni ham taqdim qildik, belgilangan tartibda sud ixtiyoriga. Qolaversa yuqorida hamkasim aytib o'tdilar, biz tijorat siri bilan bog'liq ma'lumotlar uchinchi tomonga chiqib ketmasligi uchun biz yopiq sud majlisini so'rayapmiz. Faqat bu yerda maxfiy hujjatga urg'u berish menimcha noto'g'ri bo'ladi, hurmatli sud. Bu yerda asosan bizni o'ylantiradigan bizni talabimiz tijorat sirlari va bizning kompaniyamizga tegishli ma'lumotlar keng jamoatchilikka, keng ommaga, mana yuqorida aytib ketgan uchinchi tomonlarga oshkor bo'lmaslik uchun so'rayapmiz xolos. Rahmat. Davlat qo'shimcha aytib o'tgan marhamat vakilsiz. Endi bizning xabarimiz bor, o'sha jamiyat vakillari asosan shikoyat arzasi kiritishgan, o'sha maxfiy hujjatlarga tayanishgan, o'shani asos qilib ko'rsatishgan. Biz tushuntiramizki, o'sha maxfiy hujjatlarni ishga aloqasi yo'qligi menimcha o'zlari ham mana qilib turishibdi. Endi esa tijorat siriga tayanib mana qilishadi. Tijorat siri masalasida ketayotgan bo'lsak, o'sha tijorat bizni komissiyamiz yig'ilish ochiq tartibda ko'rib chiqilgan. Shu uchun biz ham o'sha tijorat sirlarini ichiga masalan javobnoq ochishni tarafdorimiz, lekin bizani komissiyamiz ochiq tartibda ko'rib chiqilganligi shu sababli o'sha
qolgan sudlarni ham o'sha ochiq tartibda ko'rib chiqishni iltimos qilgan bo'lardim. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Prokuror fikris. Iltimosnomangiz bo'lsa. Hurmatli sud, mazkur ish bo'yicha UzAuto Motors AJ tomonidan berilgan iltimosnomani ko'rib chiqib va tekshiruv jadvallariga asoslanib iltimosnomani qanoatlantirishni so'rayman. Sud maslahat xonasida qoladi, azrim qabul qilish masalasi. Murojaat qilish chiqargan xatlarimiz ham bor, aka, undan xolos aytaman. Men ham ma'lum bermagan so'zlar hisoblanadi. Shuning uchun tekshirishimiz kerak bo'lgan. Urgan bo'lsa, bo'pti, qaray. Marsel, martda urganilgan, bo'pti. Murojaatni bir oy urgan. Siz murojaatni o'rganmagan deganingiz. Endi mayli o'rganmagansiz. Martda ariza tushgan. Bir oy muddat bor, fuqarolar murojaatni ko'rib chiqdi. Mayli, agar asos bo'lsa, prodleniya qilasiz yana bir oyga. Ajrim. 2020 yil oktyabr oyining 16-chi kuni Toshkent shahar Ma'muriy sudi binosida ochiq sud majlisida sudya Davlatovning raisligida sudya katta yordamchilari Abduljalilov va Bazarovning kotibligida Toshkent shahar prokuror katta yordamchisi Vohidov va taraflar vakillarining ishtirokida arizachi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining javobgar O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga nisbatan maxsus komissiyaning 2131 sonli ishi bo'yicha qarorni haq qiymasi topish haqidagi shikoyat arizasi yuzasidan ma'muriy ishni ko'rib, quyidagilar aniqlandi. Arizachi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati sudga shikoyat arizasi bilan murojaat qilib, unda javobgar monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi maxsus komissiyasining qarorni haq qiymasi topish so'ragan. Shuningdek, arizachi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati sudga iltimosnoma bilan murojaat qilib, unda sud majlisini yopiq tarzda o'tkazish so'ragan. Mazkur iltimosnomada jamiyat tomonidan ishlab chiqarilayotgan tovarlarga tan narxini shakllantirish va narxlarni belgilash tartiblari xizmat doirasida foydalanish uchun va maxfiy grifli hujjatlar hisoblanishi ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 13-chi moddasida sudlarda ishlar muhokamasi oshkora o'tkazilishi, davlat sirini va qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni saqlash zarur bo'lgan taqdirda ishni yopiq sud majlisida eshitishga yo'l qo'yilishi nazarda tutilgan. Aniqlangan holatlar va yuqorida qayd etilgan qonun normasi talabidan kelib chiqib, sud mazkur ish yuzasidan arizachi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining iltimosnomasi hamda yuqorida ko'rsatilgan qarorlar maxfiy grifli hujjatlar hisoblanishini inobatga olib, ishning faqat jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan avtomashinalarning tan narxlarini shakllantirish, mahsulotga qo'yiladigan chegirma, soliq va bojxona ma'lumotlarini muhokamasini yopiq sud majlisida ko'rishni lozim topadi. Binobarin, sud O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksining 13-chi moddasi, tijorat sirri to'g'risidagi qonunning 3-chi moddasini qo'llab ajrim qiladi.
Arizachi Uz Avtomotors aksiyadorlik jamiyatining ishni yopiq sud majlisida ko'rish haqidagi iltimosnomasi qisman qanoatlantirilsin. Arizachi Uz Avtomotors aksiyadorlik jamiyatining javobgar monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga nisbatan maxsus komissiyaning qarorini haq emas deb topish haqidagi shikoyat arizasi bo'yicha ma'muriy ishning jamiyat tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlarning tan narxini shakllantirilishiga oid bo'lgan qismi muhokamasi yopiq sud majlisida o'tkazilsin. İşte ishtirok etayotgan taraflar davlat siri bilan bog'liq maxfiylashtirilishi lozim bo'lgan hujjatlarni oshkor etmasligi va oshkor etilgan taqdirda javobgarlikka tortilishi mumkinligi to'g'risida yozma tilxat asosida ogohlantirilsin. Ishni ko'rib chiqish natijasi bo'yicha qabul qilingan sudning hal qiluv qarori oshkora o'qib eshittirilsin. Ajri mustaqil xususiy tartibda shikoyat yoki protest keltirilmaydi. O'tirishlar mumkin. Demak, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda sud majlisida, ochiq sud majlisida ishtirok etgan fuqarolardan iltimos qilardik, sud majlis zalini tark etishni. Maxsus qism, demak, yopiq tarzda muhokama taraflar o'rtasida o'zlarini vajlarini ketirib muhokama qilingandan so'ng muzokara va qarorni e'lon qilish qismi ochiq tarzda e'lon qilinadi. Ko'tur. Davlat qo'lganlarni chiqib o'tirasizlar. Keyin qolgan ishlarni aytaman.